Привет, Жанушки! Сегодня мы будем делать салат. Он называется капризо, один итальянский салат. Мы не точно оригинально сделаем, но на нашему, как нам вкусно. Да. Для этого нам понадобится салат, помидоры, авокадо. Это для меня. Это я не хочу, мне я сразу. Моцарелла, песто. Если у вас нету, вам не надо, а если вы хотите сделать, вы можете у мамы на канале посмотреть, там есть рецепт для них. Еще забыла сказать, нам еще понадобится базилик, соль. У нас сейчас такой Himalayan salt. Вы просто берите, что у вас есть. Да, не обязательно такой. И перец, и еще такой бальзамику. Просто. Это ди крема, да. Это загущенный. Загущенный вам лично не надо. Если... Лично вам можно тоже, если вы хотите. Это, да, что это лично? Лично, persönlich. А, also halt nur wenn ihr wollt. Только если вы хотите, да. Да. Подожди, покажи твои новые сережки, которые ты сделала. Я их сама сделала. Смотрите, какие она сережки сделала. Другую. Какой хорошенький, прямо прелесть. Для платье очень подходит. Да, еще раз хочу сказать большое спасибо вам, Татьяна Михайлова, для перстень, как это по-русски? Камни, драгоценные камни, камни и всю бижутерию. Я уже много сделала от них. Спасибо большое. Она очень много сделала, да. Я тоже одену, буду ходить вся такая нарядная. Да. Спасибо. Пожалуйста. Ну, давайте начинаем. Начинаем. Первый берем такой маленький, да? Стаканчик. Берем уль, берем масло и чуть-чуть. Сколько это? Ну, ты наливай, я тебе скажу, сколько. Хватит. И сейчас мы берем бальзамический уксус. Сколько, мам? Наливай. Ну, одну столовую ложку. Да, можешь еще. Что? Может, немножко больше, но ничего. Сейчас мы берем чуть-чуть перец. Пускай каждый перчит по вкусу. Теперь соль пошла. Сейчас мы берем один чайной ложки. Нет. Один чайной ложка сахара. Так или без? Так, можешь положить. Так, и сейчас мы будем размешать. Хорошо пахнет, надо сказать. Сказала еще один лимон по давке. Не целый, а четвертинка. Не целый, а один четвертинка. А что, почему? Фертель. Что будет? Как ничего, будет? Ну это очень много будет. Если кто-то хочет, может, конечно, больше сделать. А но как вкус будет поменяться? Вкусный будет. Вообще синий. Москва за дрезинг в грюный салат, знаете. Да. Und dann machst du ein bisschen Apfelsaft. Сейчас мы берем еще чуть-чуть яблочный сок. Я думаю, чтобы чуть-чуть сладкий тоже был, да? Не очень такой, как перец и соль туда вообще сделали. Не знаю, что сказать. Потом, когда кушать будешь, поймешь, что это вкусно. Стоп. Это хватит, Сочка. Окей. Если вы повар, как я у мамы выглядела, как ты видишь по маме своей, да? Вы много комбинаций сделаете новые. Просто пробует аус. Вы пробуете все. Пробуйте, и что вам лично очень вкусно, и каждый раз сейчас новый будет у вас. Так, если вы думаете, почему там яблочный сок не... Это нам и очень нравится. Мама очень хорошо придумала и очень вкусно. Теперь ты должна это хорошо размешать, чтобы соединить с мусс-эмульгием.
на данный момент у тебя еще это не соединено. Видишь? Совсем. Сейчас еще один ложка. Угу. Отсюда вам положу. Да, вот я так, здесь хватит. Не профессиональный. Мои рецепты, мама каждый раз говорит, что я сделаю. Все рецепты от мамы на этого канала. Она просто говорит, и я сделаю, да? Я, когда я ваша, я не хочу так повар станет. Это не мой, да? А что ты хочешь ставить? Я еще даже не знаю. Еще есть время у меня. Посмотрю, да. Как, куда меня жизнь поселяет. И... Туда пойдешь. Да. Хоть и без шансов. Правильно, Шатик. Умничка. Если я дома просто для меня готовлю, я иногда просто смотрю на YouTube видео, на YouTube такой хороший платформ, там все есть, и просто для меня сделаю. У меня нету рецепта башки. Башки нет рецепта. Почему, Диан? Есть же рецепты тебе. Башки твои сладко красивые. Я знаю, как надо песто сделать. Но... Ну, это уже хорошо. Просто как макароны варить, и маме наберешь. Это я знаю. Бросаешь. Как вы видите, они так упадут. Они не поверили. Мне каждый раз ее мокрые сделали, и сейчас тоже мокрые. Они просто очень тяжелые, да? Да, они тяжелые. Тяжелые, чтобы не сказали, а почему они не польют? Не поливают зелень. Все нормально, мы польем. Дрессинг готово. Угу. Чуть-чуть здесь надо вытереть, потому да. Что свинарник сделал. Берем наш салат. Угу. И у нас такой красивый муши. Да, как плата это, такая. Плата. Да. И везде ми. Что теперь будешь делать? Помидоры режешь. Ты будешь режить помидоры. Если вы такой профессиональный, вы можете отсюда вот так сделать, да? Но я не прошу. Если вы как я, и вам это тяжело, просто сделайте так. Ты положи его на попкой наверх. Попка? Да, вот так. Так тебе будет легче резать. Так, теперь начинаем резать, да. Не такие толстые, Шатик, не такие толстые. Это очень толстый. Да? Да. Это очень толстый. Да? Ой, это очень тонкий. Так? Да. Я давай другой ножик возьмем, тот толстый. Это, пожалуйста, обрежьте. Такой как сейчас как сердце просто здесь нет. Маленький же ты видела. Я вот тут года нет. Еще никогда такие большие желтые помидоры здесь в Германии видела. Только это маленькие. Не видела. Я думала первые, они не штрайф. Ты хочешь сказать, что ты не видела большие желтые помидоры? Нет. Ну, сейчас они продаются. Я думала, что мама не еще умрайфа. Нет, уже не режь так, не режь так. Я смах просто жоповик. Жоповик. Я жопа отрежала. Но только на помидоре, да? Нельзя на человеке сделать. Ой, исик, исик. Давай резай. Что сказать, я моя мама повар, я здесь. Ты здесь как люксус. Да. Почему сама меня сделает? Не говори. Если уже у меня есть это привилегия. Да, Исабель, ты как королева английская, привилегированная. Везет тебе. Берем наши моцарелла и будем. Darf man nicht наши sagen? Noch mal sagen. Ваши. Берем моцарелла. Смеемся.
Будем режеть. Почему я смеюсь? Не хочешь сказать? Потому что она только что раз пять сказала, берем наше моцарелла. Я говорю, наше нельзя говорить. Надо говорить, что? Ваше. Ваше. Будем лить, поливать. Да. Ну, как вы знаете, почему не сразу сделали? Ну, мы первые моцарелла и помодоры режели, потому что если бы я сразу сделала, он такой шляп бы сделал. Да, салат бы сразу превратился бы в такую... Знаете, не знаю, как это называется. Что-то долго в воде, он такой... Ну, салат бы превратился в тряпочку. А так он останется еще свежий. Да. Ну, поэтому не поливайте сразу салат дрессингом, только перед подачей, перед сервировкой на стол, перед гостями, да? Первым мы берем красный помидор, моцарелла. Сейчас рыженький. Желтый помидор. Если у вас, как я уже сказала, желтый не есть, просто берите красный, моцареллы красный сделайте. И опять мы берем красный. Сейчас авокадо режу. Авокадо. Авокадо. Вы так вагерешт. Берете? Ложка берем. Так. Всех сторон. Первый раз, когда я авокадо кушала, мне даже не понравилось. Сразу скажу. У Умы это была? У моей мамы. Да. Ну, сейчас я как-то очень обожаю авокадо. Иногда есть такие вещи, и кушать, и не нравится, но потом, второй со раз временем. Как-то... Положу сюда. Цитрон и лимета. Лимон и лайм. И лайм. Говорится лайм по-русски. Это по-русски говорится лайм, да. И на наше авокадо. Не на наше, а на авокадо. На авокадо выжимаем. Угу. Везде. Сейчас солим и перцем это все. Еще раз. Беру базилику и на всех вместе найдите красивый. Беру песто и везде чуть-чуть на моцареллу. Это тоже много, да? Я не знаю, что я сделаю. Мне очень хорошо. Молодец, делай, да? Делай. Ты прям вот так поливай. Чик-чик-чик-чик-чик. Да-да-да.
Все, шантик? Да. И чуть-чуть еще так снимешь. Ой, смотри, как красиво это выглядит. Да-да. Шикарно, Иськин. Вообще. Ты большой молодец. Да, это ничего, чуть-чуть это пускай. Некрасиво сделала. Ничего. Дрессинг, что еще оставил, мы чуть-чуть сюда поселяем. Польем. Польем. Все, вот такая красота. Готова уже, да, Ден? Угу. Можем кушать? Нет, да, можем. Вот такая прелесть я сделала. Пришел. Мы сейчас будем кушать. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь. Нажмите на колокольчик и пишите хорошие комментарии. Плохие не пишите, да? Нет. Нет, не надо писать плохие. Спасибо, до следующей встречи. Пока-пока. Пока, манчать, пока. Ну что, Шатик, вкусненько? Угу. Сейчас тоже буду пробовать.